Здравствуйте, это наш третий видеоотчет. Мы лечимся у Давида уже месяц. Ну, с каждым разом у нас происходит улучшение. Сейчас, например, последний из последних улучшений. Вот, в общественном транспорте стал он у нас лучше ездить. Раньше он зайдет и чтобы выйти оттуда, это уже истерика. Сейчас он выходит у нас спокойно, хорошо. Скажешь, как солдатик, раз встал, пошел. Саша на выход, все, встал, пошел. Потом, ну, гуляет он. В разные стороны. Смотрит по сторонам. Куда повернешь его, туда он идет. Раньше у него свои маршруты эти, и так он упертый был. Вот теперь мама как он на занятиях. На занятиях Саша, например, сегодня у логопеда рассказал стихотворение «Гуси-гуси, га-га-га», без запинки. И правильно. Раньше он говорил «гуси, га-га». А я его поправляла, «гуси-гуси» говорила. А сегодня он у меня как солдатик. «Гуси-гуси, га-га-га» и до конца. И счет сегодня тоже. До 10 он правильно еще и показывал пальчиком. И правильно сказал. Обычно говорил 9-9, а сегодня 9-10. И четко прям так сказал. Ну еще он это, а вот указательный жест у него прямо в последнее время, это как вот хорошо стал проявляться, и везде он своим пальцем прямо вот так, все как это, вот дети начинают, когда у них маленький понимание, но у него сейчас это все началось. Указательный жест для аутистов, это очень важно. В магазинах сегодня, сегодня мы ходили в магазины. Вот он прямо это с нами выдержал этот марафон. Почти час, полтора, наверное, в магазин ходил. Ни разу не из-за этого, не заверещал там ничего. Ходил, смотрел, все тоже хорошо. Слушается, пластичнее стал. На просьбы стал отвлекаться лучше. Скажешь, Саша, принеси или пойдем, и он быстрее. Да, и еще он стал улыбаться. В ответ. То есть улыбаешься ему, он улыбается тебе. Раньше у него этого не было. Улыбка у него прямо жила, как у обычного ребенка. Раньше он улыбался всем и никому, как аутист обычно улыбается. Улыбается, но видишь, что это не тебе, и на тебя он не смотрит. А тут я на него смотрю, улыбнусь ему, и он улыбается. И мультики смотрит, когда он стал улыбаться. На те мультики, которые он раньше вообще не реагировал. Ну, смотрел, то ли смотрел, то ли не смотрел. А сейчас смотрит, и сюжет, если смешной, он начинает прям смеяться. Раньше, может, у него такой один мультик был, где он смеялся. Кот Леопольд, там, где боялся, и все, реагировал на него хорошо. А сейчас он в каждом мультике, любой он смотрит, на любой реагирует, улыбается, или боится, убегает, страшно. Ну, вот. Мы заметили, конечно, нам Давид очень помогает и нашей семье. Мы слушаем медитативную музыку, сами себя, свои ошибки какие-то в жизни исправляем, думаем. Спасибо Давиду, что он нас на этот путь наставил. Мы поняли, что чтобы изменить, чтобы ребенок наш выздоровел, надо измениться и самим. Поменьше ругаться, больше друга понимать. Сами спокойны и ребенок спокойный. Спасибо Давиду. До свидания. До свидания.